Здравствуйте, меня зовут Галина Бекетова. Я доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой детских и подростковых заболеваний Национальной медицинской академии последипломного образования имени Платона Лукича Шупика. Острые респираторные инфекции – это наиболее частая патология у взрослых и особенно у детей. И пандемия COVID-19 дала нам возможность убедиться в этом очередной раз. К сожалению, ни вакцинация, ни лекарственные средства не дают гарантии от заражения вирусной инфекцией. Однако одним из действенных способов противостоять респираторной вирусной инфекции является нормальное состояние миндалин и аденоидов, которые содержат иммунные клетки, способные распознавать болезнетворные вирусы, патогенные микроорганизмы и уничтожать их. Поэтому, поддерживая миндалины в рабочем состоянии, мы получаем действенную противоинфекционную защиту. В настоящее время в практике педиатров, семейных и лор-врачей все чаще встречается хроническое заболевание миндалин и аденоидов, которое занимает второе место по распространенности после кариеса. Это заболевание коварно, поскольку протекает латентно, и единственным его проявлением могут быть повторные респираторные вирусные инфекции, которыми мы болеем, не осознавая, в чем их истинная причина. К сожалению, в соответствии с медицинскими протоколами многих стран, хроническое заболевание миндалин и аденоидов лечится исключительно хирургическим путем, что ведет к потере важного иммунного органа, снижая нашу защиту от респираторных инфекций. Однако на сегодня появился запатентованный метод безоперационного лечения хронического заболевания миндалин и аденоидов. Метод разработан компанией Healthy Tonsils и эффективно применяется на практике. Суть метода заключается в восстановлении нормальной работы миндалин за счет использования физиологичного, эффективного и безопасного фитобальзама. Метод простой, удобный и безболезненный, и его можно применять даже в домашних условиях. Но самое главное – это то, что метод дает возможность сохранить миндалины, важный иммунный орган, защищающий взрослых и детей от респираторных вирусных инфекций, включая COVID-19.